Всем привет! Рад приветствовать всех на своем канале. Сегодня потестим с вами Мороза перед обновлением, потому что совсем скоро оно уже выйдет, и хочется посмотреть, что он вообще может, что могут ему добавить. Порассуждаем с вами, что может его добавить. Вот. С нами играет Сеня с магом холода. На данный момент у мага холода есть талант, и он смотрится намного лучше абсолютно во всех колодах, в которые можно его засунуть. Перед просмотром, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, потому что совсем скоро мы наберем 2000 подписчиков, на которых проведем розыгрыш. Плюс будет совместный стрим с Линой Синегами, на котором также будем разыгрывать что-то среди подписчиков. Поэтому ссылочка на Лину будет в описании. И подписочка тоже будет снизу. Так, что у нас? Копим ману. Точки более-менее нормально. Если сюда найти инквизиторов, было бы прям отлично. Две тысячи маны, наверное, накопим. И потом уже начнем что-то искать. У меня инквизитор 10. Мороз 8. Ксения 13 инк. 15 маг холода. Угу. Так, неплохо. Так, что хочу сказать? Сюда надо статую обязательно. Этого инквизитора мы, наверное, уберем отсюда, потом найдем тоже статую, раз уже третий здесь появился. Хорошо. Все, пока так посидим. Спешить сильно не будем. Главное на инквизиторе без деда не спешить, потому что можно очень плохо застакаться. И на этом, в принципе, все может закончиться. Так, сделаем четвертого. Сразу дрядкой пульнули. Так, мороз нам здесь не надо. Дриаду отдадим сюда. Этот инквизитор тоже нам не нужен. Еще дриадку тоже убираем. Сюда статую. Напоминаю, ребят, сюда статую ищем. Угу. Вот так, да? Не пойдет. Еще статую. Блин. Так, он уже все нашел. Ладно, пока что убираем. В поисках, ребят, все нормально. Так, все, статуя есть. Осталось одного инквизитора сюда найти. Все будет отлично. Дриаду отдадим. Урона вряд ли нам хватит по трибуналу. Я еще один манап возьму на всякий случай. Я дам в этого инквизитора на тот случай, если он нас понизит. Сейчас посмотрим. Я так и знал. Ничего страшного, в принципе. Главное, чтобы инквизитор не прокачался. Не знаю, наверное, накопим немножко маны, опять же. Вот. Пока мана копится, ребят, смотрите, два дня, точнее уже один день, даже чуть меньше остается до начала королевских испытаний. Деньги уже подготовлены, будем закупаться, искать эту панду, делать ее 11-й, 13-й. Уже прям не могу дождаться. Потому что на роботе уже всем надоело абсолютно играть. На роботе и, ну, и на всем остальном тоже, в принципе. Что это такое мне падает вообще?
Дай инквизитора, пожалуйста. Очень плохо раскачиваемся. Как я и говорил. Как я и говорил, скорее всего, так и получится, да? Но нам это надо убирать в любом случае. Этот инквизитор абсолютно бесполезный. Максимально. Дриада надо. Нужна дриада, чтобы мы дальше пожили. Хорошо, мы это уже не уберем. Игра не хочет нам что-то давать. А сможем ли мы так? Ну ладно, выбора уже нет, поэтому имеем, что имеем. Не всегда все будет складываться как надо, поэтому в реальных условиях тестируем. Сверху у нас все отлично. Все как надо. К сожалению, у нас не так. Это очень сильно решает, то, что четвертый инквизитор не под статуей. Ну, хотя бы раскачивается стол нормально. Так, все это отдали. Мороза пока не выставляю, потому что смысла пока его прокачивать нет. Надо поднять ранг стола. Всегда нужно так делать. Неважно, с чем вы играете, с ловчим, с магом холода, с морозом. Сразу раскачиваем, ребята, ранг стола, потом уже поднимаем. Морозов, всяких ловчих. Сейчас еще немножко раскачаем. И начнем искать там, от двух морозов. Наверное, двух, потому что время срабатывания 7 секунд у них. Этого недостаточно, надо уменьшать. Отлично. Так, хорошо, пускай стоит. Уже пускай стоит. Потому что маленькая просадочка начинается. Так, этого инквизитора мы докачиваем. Начинаем давать в морозы потихоньку. Прокачаем. Так, Сеня решил второго сделать, да? Двух магов холода. Не, ну маг с холодом объективно перспективнее пока что, пока что. Потому что таланты слишком классные. Третий талант, который замедляет очень сильно. Последний талант, который там как палач работает. Так, трибунал. Ну, трибунала мы не убьем, говорю сразу. Этот инквизитор тому поспособствует. Хорошо. Ничего хорошего. Копим дальше. Что делать? Копим дальше. Не знаю, что можно такого придумать. Магу холода. Тоже разрушение брони, как у снежинки. Ну а смысл тогда от мага холода, если можно просто будет его снежинкой заменить. Очень не хочется, чтобы нас понижало, но, наверное, выбора у нас нету. Трибунал выйдет очень большой. Сколько? 1,3. Ну, тут как повезет, на самом деле. Да, ну, разгон. Слишком слабый разгон. Ловчих нету. Один инквизитор не работает. Прям печально. Не хватает 15-й гайки к этому всему. И не хватает высокого инквизитора. 10-й прям чувствуется, что слабо. Ловчий хоть как-то спасал 10-го инквизитора. Без него прям вот, смотрите, да. Все, волна идет. Маг холода замедляет. Намного лучше. Намного лучше маг холода замедляет. Не знаю. Смысл от мороза пока что я, честно говоря, ребят, не вижу.
На мой взгляд, даже таланты не сильно воскресят эту пешку. Ну вот, смотрите, 10 миллионов, да? Чем нам поможет сейчас Мороз? Мороз нам, в принципе, ничем не помогает. Все, переворот пошел. Игра закончилась. Пешка абсолютно бесполезная сейчас. Ужасная пешка. Легендарная. Легендарная пешка такой быть не должна. Ну хотя, с учетом того, что есть ДХ, в принципе, ничему не удивляюсь. Не знаю, зачем я отдаю статую. Очень мало мы пожили. Очень мало. Видите, как маг холода замораживает. Они еле двигаются. Плюс там, ну, мгновенное убийство срабатывает. Хотя это обычная пешка. Это обычная пешка. По вещам. Тут было копье. Эпическое копье. Вот такой вот. Девятая гайка. 500 миллионов. Ну это смешно. На самом деле это смешно. Ну, видео исключительно характер показывает этой пешке. Насколько она неиграбельная. Смотрите. Уровень 8. Тут даже по уровням. Что она дает? Замедление 3,5% на 15 уровне. Ну, согласитесь, трудом. Цирк. 3,5%. И все. Легендарная пешка. На максимальном уровне, смотрите, 60, сейчас посчитаем, 66-67%. Переходим к магу холода. 67%. Здесь 16, но замедление складывается с каждой атакой. А интервал атаки можно разогнать намного сильнее. То есть там в разы будет больше, плюс по талантам. Таланты, которые замедляют, и убийство. Не знаю. Максимально не нравится Мороз, никогда с ним не играл. И, наверное, даже качать не буду. Без разницы, какие таланты будут. Вот. Обязательно напишите в комментариях. Тут единственное, можно написать в комментариях, насколько это унылая пока что пешка. Также можете написать, как думаете, какие таланты будут. И заиграет ли эта пешка в принципе в обновлении. Вот. Всем спасибо, ребята, за просмотр данного видео, которое принесло так немало боли мне. Такие пешки всегда приносят боль. Стрим сегодня будет часиков 5 по Москве, поэтому всех жду, все подключайтесь. И всем пока.